Добрый день, дорогие друзья, я рад вас приветствовать на моем канале, и мы продолжаем играть в Building & Co. Закончили мы с вами на том, что у нас уже готов подвал. Так, давайте вспомним, да? Так, подвал у нас готов, и мы уже делаем первый этаж. Так, и что-то у нас тут происходит, сейчас посмотрим. Так, запускаем игру. Хорошо. Пока все хорошо. Так, ускоримся. Так, у нас проблемы, да, нам нужен кирпич. Кирпича нам понадобится довольно много, поэтому я думаю, мы две машины закажем. Хорошо, поехали. Так, приехал кирпич наш, и можно отменять, да, поставку. Отменяем. Хорошо. Так, что нам еще может быть понадобится такого? Чего у нас нету? В принципе, у нас пока с большего все есть, да, на складе, поэтому я думаю, что мы ничего пока заказывать не будем. Так, рабочие строители наши делают стены, да, из нашего кирпича. Хорошо, давайте ускорим. Так. И, ну, а у нас утепление стен в данный момент. Хорошо. Так, давайте глянем, что у нас этажом выше. В принципе, мы можем использовать наших строителей уже на следующем этаже. Так. И нам не хватает арматуры. Странно. Арматуры у нас было довольно много. Давайте еще две машины закажем арматуры. Так, ну я думаю, две машины будут достаточно, да, чтобы нам хватило. А, только одна приехала, давайте вторую дождемся. Все, вторая приехала, ну две, я думаю, будет достаточно. Так, убираем ее. Подтверждаем, хорошо, поехали дальше. Давайте глянем, что у нас с этажом ниже происходит. У нас поставили уже стены на первом этаже, да, и мы уже можем видеть, как наш первый этаж, в принципе, выглядеть будет. Хорошо. Так, поставили двери, да, уже межкомнатные. Так, и нам нужен специалист, инженер наш, да. Давайте его. Он у нас в бригаде строители, по-моему. Да, так, хорошо. Сейчас его вызовем. Ну и где он? И где он? Не понимаю. Все есть, да, он поставил. Батареи вот они ставят, да, рефрижераторы, скажем так. И в принципе все, мы можем отправлять наверх, да, наших строителей. Так, и нам нужен бетон. Бетон, 150 бетона. Ну, давайте две машины закажем. Если вдруг что, будем вывозить, как обычно. Так, бетон приехал. Хорошо. Так, надо отменить, чтобы больше не было поставок бетона. Отменяем. Есть. Хорошо. Опять у нас пострадавший на нашей стройке.
Так, все, пошли делать. Так, вернемся, да, на первый этаж. Что у нас здесь? У нас опять нужны строители, да? Давайте мы опять приведем нашего инженера. Все, и он что-то там сделал, и можем на второй этаж его отправлять опять. Так, хорошо. Я вижу, что у нас весь песок вывезли уже с нашей стройплощадки. Поэтому можно вывоз песка убрать, чтобы нам не платить лишние деньги, да? Бетона у нас, кстати, чуть-чуть совсем осталось, но я думаю, мы им пользоваться не будем. Так, утепление. И, в принципе, у нас скоро будет уже второй этаж, да, готов. Так, здесь у нас идет отделка, и нам не хватает коврового покрытия. Я думаю, что нам надо, наверное, две машины. Нет, не две. Давайте полторы машины закажем. Потому что нам это понадобится еще. Так. Ковер. И я вижу, что у нас обоев мало осталось. Давайте мы обои тоже закажем. Закажем обои. Обои. Где у нас обои? И плитки, да, получается? Не, плитка еще есть. Нам только обои нужны. Ну, одну машину закажем обоев. Так, хорошо. Все, можно все отменить это. Так, отлично. И ускоряем. Ну вот, у нас такой первый этаж получился. Ну, неплохо. Неплохо. Так. Давайте посмотрим, что у нас на втором этаже. А на втором у нас все прекрасно, да? Уже поставили. Вернее, еще ставят, да? Эти столбы, да? И скоро у нас уже появятся там стены. Так. Все работают, все заняты. Так, не хватает нам ветровые связи. 261 надо. Но я не думаю, что мы будем заказывать больше, чем нам нужно. Так. 750, ну немножко останется, да? Так, и сразу отменяем, чтобы нам не привезли лишнего. Ибо бюджет надо экономить. Так, хорошо. Хорошо. Так, отлично. Так, на первом что у нас? У нас первый этаж, я так понимаю, практически готов. Они выносят мусор тут или что? Да, он готов. Сейчас у нас вся работа ведется на втором этаже. Хорошо. Вот это у нас участки крыши, да, получается? Я думаю, что можно у наших... наши бригады все переводить на верхний этаж. В принципе. Так, хорошо. Почему у нас бригада красных там? Не пойму я. Тоже пускай помогают. Так, отлично. Ну, уже вырисовывается у нас второй этаж, да, как он у нас будет выглядеть. Помним, что у нас тут балконы, типа балконов таких. Будет, да. Так. И у нас есть потребность в готовых деталях. Хотя мы так вроде много заказывали. Но я не думаю, что... Ну, давайте одну пока закажем. Не думаю, что нам больше понадобится. Так,
Ну и, соответственно, сразу можно отменять. Так. Так, хорошо, все. У них все есть необходимое. Так. Яркий солнечный день называется. Так. Леса уже поставили, да? А, и давайте глянем, может, мы можем уже строителей наших наверх кинуть. Опять нам ветровые связи нужны, опять 200 штук, да? 250 закажем. И что-то еще, но я не вижу что. А, это не 200 как раз-таки, а потребность 1600. Почему так много, непонятно. А второе что? А, и утеплитель нужен. Ну вот утеплителя можно и побольше. Давайте две. Хорошо. Все, утеплитель отменяем. И ветровые связи нам нужна еще одна машина. Даже две получается. Даже две. Хорошо. Так. Заканчивают они уже крышу, да? Давайте здесь глянем, что у нас здесь. А, здесь необходимы нам каменщики. Они не доделали. Поэтому вернем их назад. Все, и отправляем опять на третий этаж. Так. Хорошо. У нас есть проблема с ветровыми связями этими. Почему нам не везут? Так. Заказываем еще. Все, отлично. Теперь материалов всех у нас достаточно, да? Ну, по крайней мере, вот этих у нас достаточно. Так, и мы... Давайте посмотрим, что у нас на втором этаже происходит. А у нас тут все отлично, да? Работа кипит. Ну и хорошо, так. Нужны каменщики. Каменщики на расхват. Давайте их сюда отправим. Все, можно опять на третий отправлять. Так, и у нас крыша, на крышу не хватает материалов для пола, да? 1300 нам нужно. Так, это 1500 сделаем, закажем. Так, все, привезли и сразу отменяем, чтобы не было повторной поставки, да? Как мы уже с вами знаем. Так. В принципе, крыша у нас готова уже, да? Да, крыша у нас готова. Хорошо, отлично. Смотрим, что на втором. И уже второй этаж тоже. Доделывают, да? Останется отделка у нас только и все. Уже леса снимают даже. Так, отлично. Вставляют окна они, да? Двери, окна и все. Так, у нас не хватает обоев. Вроде бы заказывал много. Давайте две закажем, они недорогие. Потому что комнат у нас будет много здесь, да, и обоев, соответственно, много тоже. Так. Хорошо.
надо отменить поставку обоев. И знаете, что нам нужно? Нам нужно вывоз мусора сделать два раза. Потому что у нас контейнеры уже полные. Так. Не хватает у нас ковровых покрытий. Давайте две тоже закажем. Так, отлично. Хорошо. Ковровые отменяем. Так. Ну, у нас сейчас, в принципе, только отделочники работают, да? Так, ковровое покрытие постелили уже почти везде. Так, ну все. Сейчас будет окраска здания. Они уже окрасили. И у нас получается второй этаж готов. Вот так вот у нас выглядит здание. Ну, довольно-таки неплохо получилось у нас. Единственное, что у нас здесь немножко больше, это крыло, да? Но это не страшно, как я уже говорил. Так, и второй этаж у нас готов полностью. Остается у нас окраска внешних стен на первом этаже. И все. Так, отделочников сюда, я думаю, сразу перевести. Так. Снимают леса, они полностью убирают. Все, отлично. Отлично. Окрашивают первый этаж, внешние стены. Готово. Все, первый этаж тоже готов. И, как говорится, все могут быть свободны. Спасибо за работу, да. Уезжает техника. Сейчас уберут кран. И, в принципе, все. Остается только дело за малым. Это озеленение, да. Так, хорошо. Давайте сделаем, как обычно, все. Все у нас в траве будет. Так. Хорошо. Поставим деревьев. Ну, давай же ты. Поставим, ну, несколько, да, видов деревьев, чтобы было. Ёлки пускай будут. Ёлки. Вот так вот. И одно такое. Блин. Да чтоб вас. Значит, не будет там вообще дерева. Так, хорошо. Место для стоянки делаем. Так. И, в принципе, уже все готово, да? Так, место для инвалида. Вот тут у нас будет. Даже два будет. Для инвалидов. Так. И что нам осталось? А, двор. Нам надо провести, да? Сделаем вот такую дорожку. Дорожку. А, двор 2. Интересно, давайте посмотрим, что это. А, у нас такая вот получается плитка, да, красненькая. Ну, а мы сделаем здесь тоже. Так, мы используем двор 2. Так, во-первых, поставим нашу статую любимую. Только она как-то не в ту сторону смотрит. Ну, ладно. Так, и скамейки. У нас, кстати, скамейки двух видов тоже есть. Почему она не сюда смотрит? Так. Поставим две скамейки. Да что такое, ну? Скамейка. Давайте вторую посмотрим, что это. А, она такая же. Не, не такая, немножко другая, да? Так, хорошо. Убираем. Нам надо скамейка 1. Вот, все, есть. Скамейки у нас. И я думаю, что нужно посадить дерево какое-нибудь, да?
чтобы это красивее было. Ого, какое у нас есть дерево. Вот такое вот. Почему бы и нет? Дерево один. Это дерево два было, да? Огромное. О, супер. Мне нравится. Так, ну и давайте посмотрим, что у нас получилось в итоге, да? Вот такое вот у нас здание получилось. Двухэтажное. Со статуей. Ну, неплохое. Неплохое зданец. Мне нравится. Так, при этом она у нас... Мы помним, да, что она у нас... класс эконом. Да. Так, все. Сдаем проект. В принципе, вот так вот у нас... Цветочки даже такие. Прикольно. Так. Ну и что нам скажет наш заказчик-клиент? Оценка выполнения проекта. Заказчик удовлетворен проектом, вы получаете 400 очков. Ну вот, в принципе, и все, да, дорогие друзья. Мы прошли еще одно задание. Вот. И следующим у нас будет маленькое офисное здание, да. У нас бюджет уже будет побольше, 2 миллиона. Вот, ну и, соответственно, свои требования, да, вот, ну, на этом я серию закончу, а в следующей серии мы обязательно продолжим. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, пишите комментарии, всем пока!